Развитие транспортно-логистической магистрали важно не только для получения доходов от транзита. Выступая накануне на открытии Азербайджана-Литовского бизнес-форума, президент Ильхам Алиев отметил, что транспортный сектор – это возможность для малых и средних предприятий по созданию производственных цепочек, бизнеса, услуг вдоль всего маршрута. По мнению экспертов, в текущих геополитических условиях взаимосвязь между континентами и отдельными регионами мира имеет колоссальное влияние на развитие субъектов этого взаимодействия. В частности, предприниматели стран, участвующих в транспортно-логистической цепочке, могут получить толчок для развития своего дела. А развитый и успешный бизнес всегда положительно сказывается на экономическом росте любой страны. С качественным интенсивным функционированием транспортных артерий между Востоком и Западом появляется также огромный спрос на сопутствующие услуги и создаются совершенно новые виды бизнеса в разных сферах услуг. Логистическая цепочка, в свою очередь, создает мультипликативный эффект, и таким образом создаются более благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса на всем протяжении транспортных маршрутов. Достаточно вспомнить историю Великого Шелкового пути, который функционировал приблизительно 2000 лет назад и проходил также через Южный Кавказ. Процветание, благосостояние всех народов, проживающих вдоль Шелкового пути, развитие городов, развитие культуры и ремесла приходится именно на тот период истории, когда исторический шелковый путь функционировал в полном объеме и в условиях безопасности.